целом, также мы идем к первому знаку, также проходим дистанцию просто немножко быстрее, чем бегсмены. Скорости совсем другие. У нас это как-то по-эпически смотрится. Мы можем махать, мы можем работать. Когда соперники рядом идут, сразу вот такой смотришь, так, интересно, кто кого обмашет. I think it's a good day for me, but the last race was not good. I got to the left side, and in the first half in the last race I was like 30, and I working very hard to fix it, and I finish 5. I think to see where is the shift and where is the gas. And RS6 is like, I think the Olympic one is what I want to go.